Привет, дорогие друзья, с вами Леон, и сегодня мы начинаем прохождение новой игры, называется «Волк среди нас». Данная игра от создателей такой игры, как Walking Dead, поэтому давайте, собственно, начнем. Она очень интересная, и нажимаем «Играть». Я сейчас вкратце расскажу, ну, о чем вообще смысл игры. Смысл игры в том, что все персонажи, такой, допустим, как Серый Волк или Дровосеки из сказок, они все переносятся в реальный мир. И как бы наш герой, он волк, он является как бы блюстителем закона вот среди этого мира сказочных персонажей, которые вдруг появились в современном мире. И что же, давайте начнем. Эпизод первый, самое начало. Так, игра будет адаптироваться под ваши действия, история будет реализоваться так, как решаете вы. Тут игра переведена с помощью субтитров. И вот давным-давно в Нью-Йорке поселилось сообщество сказаний вместе, которое они назвали Фейблтаун. Сказания, которые там живут, прибыли сотни лет назад, после того, как их изгнали из родных земель. Благодаря магическому заклинанию под названием Чары, они скрывают свое тайное сообщество от обычных людей. Большой и страшный серый волк – шериф. Именно он защищает сказаний друг от друга. Ну, в целом, вот такой вот сюжет. Игра, отмечу, что очень интересная, получает самые большие оценки на метакритике из различных журналов. Это чуть ли не игра месяца. Игра октября, получается. В октябре она вышла. И выполнена она в стиле комиксов, что в свою очередь тоже очень круто и здорово. Вот наш главный герой едет на такси, может быть, к себе домой, может быть, на очередное дело. Сейчас проедем. Волк среди нас. Такая, знаете, нагнетающая атмосфера. Ну, я Walking Dead, кстати, не играл. Вот, но я думаю, что эта игра подинамичнее будет Walking Dead. Ну и поинтереснее. Потому что Walking Dead я, в принципе, и фильм смотрел. Хоть там и не по фильму, но все же. Так, ну и встречайте, вот он, наш главный герой. Судя по его щетине и от того, что он курит, он не самый положительный из всех персонажей. Ну и вообще Соусбрукс, этот живой район. Тот, лягушка какая-то позвонила нам и вызвала. Мистер Тоуд? Я не буду читать субтитры, потому что перевод прикольный. I'll just step out the apartment for just a second to see what kind Точнее, of damage озвучка. This drunk shit is doing. Just cut me a break, yeah? I'll get me glamour first thing in the morning. Cross my heart. Так, смотрите. Давайте хватит оправдываться. This is unacceptable. If you can't afford to look human, you're going to the farm. It's as simple as that. You can't send me up to live with those animals. You know what I mean. Go see a witch. Get a glamour. Bigby, they're bleeding me dry, mate. The quality of the spell goes down, but the rates keep climbing up. Do you have any idea how much it costs to have an entire family in glamour? I don't make the rules. Sorry. I can't give you a free pass on this, Toad. My hands are tied. Правильно, чтобы он потом нож в спину не. Whatever it costs, it's worth it. Не вбил. You don't want me catching you out of glamour again. Опа. Fucking hell! See, this is what I called you about. А, то есть он нас вызвал на дело, то есть там наверху какое-то безумие идет, бьют друг друга. Before he completely tears up the place. Погнали наверх. I should probably go handle this. Yes, please. Thank you. Что-то у нас. Волосатый чмо. The lights are shaking again. What did I say? You want a big bad wolf to take you away? No. Then get the fuck back inside. Перевод классный, озвучка классная. Я думаю, русская озвучка тут вообще не нужна. Так, ну, я не играл в Walking Dead, поэтому не представляю вообще, из чего состоит геймплей. Ага, ну, вроде квестов, да? Что-то.
Так, давайте поднимем, что это у нас. Спичечный коробок. Так, что у нас? Телефон. Ну и все, погнали внутрь. Можем либо постучать, либо... Давайте выбьем дверь ногой. Это отличное решение. Давай, пли. Ох, он сволочь. Похож на дровосека какого-то. Да, надо поставить 18+ для этой игры. Он гад. Маш ему волк. Get the fuck out of the way before you get the axe again. Woody, this is your last warning. If you keep on like this, I won't have any choice but to put you down. Put me down? You got a shit fucking memory, Wolf. That's not how it went last time. This isn't last time. Правильно, ломай его, волк. You gotta calm down. Прикольно сделана система. Низкая. Мне нравится. Но я думаю, мы сейчас его побьем. Типа, папа. Получив глаз еще. На! Кадык тебе. Сраный дровосек. А теперь... Шкаф. Ах ты урод. Правильно, по ноге, теперь по башке. На. Игра динамичная. Давайте обратно. Ух ты. С бритвой. Засранец. Ну, такого рода кино называется. Игра называется интерактивное кино. Так, давайте еще его раз. Правильно, мочи. Еще. Дровосек жуткий. Как я понял, все они из сказки «Красная шапочка». Только в современном мире все это происходит, что прикольно. Топором разрубить его? Нет, нельзя разрубить. Че, надо отправить его на ферму куда-нибудь к животным? You should probably get out of here. Look, I'm not leaving until I get what's mine. You're not getting shit, bitch. I'll fucking put you in the ground. Hey, if you can't be nice, I'm gonna make you wait outside. Oh, fucking shit. You broke my jaw, you bastard! And still you talk. Fuck you! Что произошло? What the hell is going on? What happened? A little misunderstanding that turned into a real shit show. Don't worry, you saw the best bits. There's more where that came from, girlie. Knock it off! Look, this is just the start of a shitty night for me. I just need the money he owes me, then I can go. What are you doing here? These lips are sealed. Так, что-то странное. Как тебя зовут? Давайте начнем с этого. Whatever you'd like it to be, handsome. Она проститутка, что ли? Don't make this more difficult than it has to be. Sorry, sheriff. Wouldn't want to add any difficulty to your night. Why was he hitting you? He asked me if I recognized him, knew who he was. I said I didn't. He started beating on me. Then you showed up. Нет, не похоже на правду. That about cover it, hun? I'm the woodsman, you whore. I saved Little Red Riding Hood from this monster. I cut this fucker open and filled his belly full of stones and threw him in the fucking river. That's who the fuck I am, you stupid bitch. Hey, достал он нас. What did I say? I said be nice. Or you wait outside. Шикарно.
черт. Не шикарно. Не так вышло, как хотелось бы. Блин, до чего дошла графика? Это, блин, как мультики прям. Он мертв, что ли? Жаба офигела. Жаб работает таксистом. Oh, no, by all means. Take your time. So, how good is your insurance? I can't be mad at you. I called you, and you come to help. I can't be mad. But even when you help, things end up more fucked than they started. Well, at least you're not fucking dead. Черт, он достал этот дровосек. Давайте, по морде ему. Или что мы сейчас сделаем? Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Давай, ломай ему глаза. Или что он там делает? Сейчас мы... Он сопротивляется, черт. Я не могу так быстро нажимать. Мне нужна помощь. Кто-нибудь, жаба. Он превращается в волка. Офигеть. Я так и знал, что девка поможет. Ну не топором же по башке. Он уже начали превращаться в что-то непонятное. Пропал котик. Хм, забавно, он, видите, лоскается. Он жив. Ну был же это. Что ты делаешь? Ищет деньги, видимо. You all right back there? I mean, your eyes and the teeth. You're not really supposed to do that, are you? Not if I can avoid it. Че, деньги? Три монеты? The guy's got an axe in his brain. He's not feeling it. It's more from me. He'll be fine. I'll tell you, you fucking bitch. Let me help you. Останови. He's had enough. He's a fable. Son of a bitch can take plenty. Ну, она проститутка, как я понял. Может, мы предложим ей свою зажигалку? Here. Thanks. Who do you work for, really? These lips are sealed. Sorry. Почему? Расскажи нам. Hey, you like my ribbon? Давайте я пытаюсь тебе помочь. Она меняет тему ловко. Может, она заколдована и не может говорить? Может, это красная шапочка? Things change, I guess. I guess. Делся куда-то, уже дровосек убежал. Shit. Stop. We don't have to make any more of a thing out of it than it already is. Он ударил тебя. He hit you. He needs to pay for that. He's got nothing to give, Sheriff. I checked. Besides, I just swung an axe into the guy's head. Пропал котик, блин, забавно. Maybe I should be arresting you. I'm not gonna be doing this for much longer. So, now's your chance. How
much was it he owed you? 100. I'm guessing it'd be bad for you to show up empty-handed. Кто-то ее крушил. Ну давайте дадим немного денег, сколько есть у нас. Поможем хоть чуть-чуть. 58. Take it. It's okay. I'll be fine. You've done enough, really. Just take the money, okay? You got me out of a bad situation back there. Thanks. I'm still gonna need a statement. I have to go drop off what I have. Meet me back at my office, then. It's a little late for an office visit, Sheriff. I'll swing by your apartment. How do you know where I am? You live in the smallest apartment in the Woodlands. Everyone knows that. Good to know. You should get cleaned up. You look like shit. And I don't use that term lightly. Some of these look pretty bad. Ну, давайте промолчим. Or maybe not. Что-то она грустная какая-то. I need to tell you something. Опа, понеслось. What is it? You're not as bad as everyone says you are. Клеится к нам. Шикарно. I'll see you. Мы заели проститутку. Так, надо что-то с жабой делать, дровосеком этим дурацким. Вроде должны защищать их от самих себя, но что-то ничего не выходит. Только хуже делаем, и действительно. Ну и тут у нас, собственно, идет представление о игре. Заставочный ролик. Очень шикарная музыкальная композиция. Композиторы постарались. Написали отличный саундтрек. И да, тут, кстати, очень интересная история. О, волк среди нас. Это не Walking Dead, который сделан по комиксам. Это что-то новое, как мне кажется, придумано специально для игры. Блин, мне нравится игра безумно. Надо потом скачать саундтрек будущей этой игры. Эпизод первый. Faith. Faith. Надо взять, кстати, переводчик. Переводи. Роскошные апартаменты Woodlands. Что ж, дорогие друзья, давайте мы на этом завершим данную серию. В следующей серии мы обязательно продолжим наш проход.